Помните, мы как-то пару серий назад нашли масло в вагончике в этом, в тележке с колесами. Сказали, что собакам пойдет варить. Вот оно. Пойдет оно. 2009 год, по-моему, да? Ну да. Ну а что, сохранилось? Вот так. Настоялось, да. Вот так. Выручила нас бутылочка эта. В переломке валялась. А нам 50 грамм туда надо еще налить. Где твои покупные виски? Там. Тащи. Возьми еще ложечку. Хуб с горла такой. Головешку туши. Вот эту березовую. Да туши, туши, туши. О, хорош. Что это за палочки? А это на крышу. Зачем? Ну как с этой стороны рогатки торчат. Что у нас, Евгений, сегодня? Окрошечка у нас будет. Окрошечка, отлично. 10 яиц. Да. На этот раз мы гуляем по части яиц. Гуляем. Да, сколько вот мы приехали, каждый день по 6, вчера только 5. Сегодня не ходил еще. Thank you.
обед. Окрошка. Оу, бэйби. Все, больше показать нечего, собственно. Разрешили сегодня мне на рыбалку с ними идти. Я говорю, ну возьмите меня на рыбалку. Задолбался уже там на пасеке что-то делать, ковыряться. Вот так станем с утра до вечера, что-то делаем, делаем. Раз и день прошел. Охота на рыбалочку сходить тоже. А? Да, кабанчик, ну. Ну вот. А где река-то, куда вы меня привели? Ё-моё. Тут я еще не рыбачил. Офигеть. Первый обрыбился на доночку. Ну-ка покажи снасть свою таежную. Называется, я его слепила из того, что было. Вот она у него грузила, гайка. Я говорю, сейчас за камень закатится и все. А он уже поймал. А так-то. Какие-то поросята вон пакет бросили на речке. Тут тоже нет. Не клюет. Вот, пускай, нифига себе вообще. Отпускай, говорю. Че?
Ты, где вы вчера рыбу ловили? Вы забрали у кого-то, наверное? Гопники. Где рыба? Вы вчера по коробушке наворочили почти. А? Здесь вчера не рыбачили. А, здесь не рыбачили. Тем более. Я уже и донку включил, блин. О, клюет что-то. Все, что ли? Червя, наверное, нету. Ё-моё, ты чё, чеканулся, что ли? Алло. Да. Попался, кто у меня воровал червя, мудак. Всего раздербанил, два червя сожрал. Клёв сегодня бешеный, ну-ка покажи. Не, что-то сегодня что, хуже клюет, чем вчера? Конечно, намного хуже. Гришка что-то психанул, домой пошел. Я вчера-то, ну я не рыбу, я вот первый раз за эту поездку на рыбалке. Что-то такой клев не очень. Мне не нравится. Я вчера загорелся, пацаны поймали много рыбы. Сегодня что-то вообще. А я думаю, где Григорий Иванович? Что, пойдем, может, домой? Пошли, молчина, ну-ка, что ты там поймал, покажи. О, конечно, не как вчера. Что у тебя там? И у меня фигня всякая. Не, блиночки. Там некоторых бы отпустить, на донку заглатывают. Курочки мои. Курочки мои. Вот тут у вас. А что за дела? Что-то вы сегодня скромненько, девочки. Это из-за камеры, наверное, да? Сегодня по 6, вчера 5, а сегодня 3. Почему это так интересно? А? Интересно. А в чем дело, девки? Тут муж нету. Чего они там весь день, блядь, делали? Бездельничали что-то. Три яйца. Думал, сейчас пойду, как соберу урожай. Вот чем богаты. Так, что у нас? Блины сейчас по дерсовскому рецепту. У нас как на битва шефов, да. Мои лучше, мои тоньше, мои с дырочками. Тут такие дискуссии у нас были. Дебаты, так сказать. Доброе утро, друзья.
Так. Что тут? Да ничего страшного, Костян. Да ничего страшного, исправим сейчас. Конечно, подумаешь. Первый раз же на кефире делаешь. Подумаешь. Так, хотел спасибо сказать Лысенкову Александру Викторовичу. Саня, спасибо за нашу посылочку. Он прислал небольшую с кофе. Ну, убрали уже два пакета большие. ЖК, на, держи, подгон тебе. Это мне друг как-то, наверное, месяца полтора назад прислал вискарь. У меня месяц болтался дома. Глаз мозолил, думаю, отвезу его тебе. Вот, да? Вот чё? Будет так, сгрустнется что-то. Вечерком. Да, да, Димка Дорофеев, наш зритель тоже. Угу. А, Дорофеев. Ну, Диман, дядь Коля сын. Оценим. Все, скроешь, посидите. На сон грядущий, как говорится. Да, рыбки пожарим. Ну, все. Грант. Диман, спасибо, привет. Тоже нас смотрит. Блин, выезжать так не хочется, а. Я и так, блин, любой повод ищу, чтобы сюда приехать. Сейчас вообще не планировалось, что я поеду. Иваныч просто не смог. Иваныч должен был Саню отвезти. Вот, как бы так планировали. Ну, я все равно бы, наверное, даже и с Ванькой поехал. Не могу дома долго находиться. Подолго, много. Так, электропастух не сделали, потому что мы не определились с калитками еще, где у нас. Ну, одна здесь калитка, понятно, а еще нужна калитка. Женька хочет сарайчик небольшой сделать. Ну, 4 столбика и пленкой обтянуть его под улитару. Потому что вот этот мы сделали, думали, это улитара будет, а там все, там все шмотки зимние, летние, там, короче, маленький сарайчик оказался. Ну и чтобы он был подручный где-то здесь, прям поблизости. Где-то вот он здесь небольшой сколотит. 4 столбика. И где-то вот калитка еще нужна будет. Затем изоляторы вот по периметру такие будут вкручиваться. И натягиваться проволокой под напряжением. Потому что других вариантов защитить пасеку от медведя нет. А они... Когда будет взяток, запахнет медом, рано или поздно придут. Мы вон в ту будку собаку садили, но это не вариант. Все равно. Рано или поздно они это доберутся до уликов. Мы видели видео, что там мужики и музыку включают. Есть канал Егор Копысов. Кстати, неплохие ребята. Можете зайти, подписаться. Тоже пасека у них в тайге. Тоже что-то там рукоделят. Делают, строят, плотничают. Так что, ну, кто не подписан там или кто не видел, можете зайти посмотреть. Такие приятные, позитивные ребята. Вот, вот они как бы нашли выход, они музыку включают, им флешку и все. Но я думаю, они, медведь, он рано или поздно, им эта музыка надоест, они придут ее выключить. Потому что, ну, блин, это только Сергей Саныч у нас может одну и ту же флешку слушать несколько лет подряд в гараже. Так, ну а все, собственно, сделали мы несколько отводочков. Будем расширять, каждый год покупать уже надоело семьи. Будем расширять. Семьи сильные, хорошие. Тьфу-тьфу-тьфу. Пчелки работают, трудятся. Так, вот у нас прополис есть, кто-то просил. Жека накатал. Можем отправить. И ремень у нас вот. Надо будет мужикам табака. Как бы договорились так.
А, есть еще зюбриные понты с прошлого года, может быть, помните, я предлагал, оставались. Человек предоплату сделал и уехал на вахту, там 2 рубля заплатил. Но это уже получается осень, уже сколько времени прошло. Телефон выключен, и как с ним связаться, я не знаю. Вот, так что, может быть, понты кому-то нужны зюбриные, тоже обращайтесь. Ну, они... Правда, прошлого года. Ну, ничего там страшного нет, что они прошлого года. Полезных свойств они не теряют. Наоборот, даже еще лучше стали за это время. Беседку надо будет доделывать тоже. Ну, тут доски нужно будет сюда везти. Хотя бы дюймовку там. Ну, а крышу застелим рубероидом, скорее всего. С андулином пока. Не получится. Вот. Я хотел еще поздравить одного из наших давних зрителей, одного из первых зрителей нашего канала, которому 12 июня исполняется 61 год. Чуйков Аркадий Георгиевич. Тоже пчеловод в тайге. Илюха, сын, заказывал доски. Ну и рассказал, что папка смотрит видео, не пропускает. Многие и друзья смотрят. Хотелось пожелать здоровья, во-первых, семейного, долголетия, благополучия. Да что еще можно пожелать мужику? Побольше находиться на природе. Может быть, на природе, в кругу семьи. Вот. Так что, с днем рождения вас. И стих, собственно, хотел прочитать небольшой, четверостишие. Одно из моих любимых. Умей смеяться, когда грустно. Умей грустить, когда смешно. Умей казаться равнодушным, когда тебе не все равно. Не говори, что жизнь печальна, не говори, что трудно жить. Умей среди жизненных развалин бороться, верить и любить. А если вы находитесь в кругу друзей, то можно в конце немножко изменить, сказать бороться, верить и дружить. Ну да ладно, еще раз с днем рождения. Заказать доски. И поздравления. Да я шучу. Нет, это от чистого сердца. Это не платное поздравление. Это от чистого сердца. Вот. Так что поедем мы домой. Хотелось, конечно, подольше погостить. Но я обещал, что Дрсу в понедельник будет выезжать. Как мне сказали, чтобы за ним никого не отправлять. Там никакие опергруппы там или как там. Он, в принципе, ни от кого не прячется, но 2 месяца он просидел у Андрюхи. Никуда не вызывали, ничего, так пару вопросов. Ну, у него и паспорта не было, паспорт оформляли долго. Хотя нам он говорил, что паспорт у него есть. Ну, мы не проверяли, зачем он нам нужен, этот паспорт. Ладно, поедем. Так, долили масло. Поедем потихоньку. Повезем Дрсу сдаваться. Я знаю, что побыл бы. Уже рано. Так, ну что, ладно, давайте. Держите хвост пистолетом, Александр. В принципе, к чему ты стремился, к одиночеству, вот оно скоро начнется. Но тут его как бы не так много, как хотелось бы тебе, наверное. Тут коллектив-то присутствует. А Андрюха тоже местами, как что ляпнет. Давай, Андрюх.
Сейчас друзья с Гришкой подошли. И тут ленок такой здоровый стоит прям. Будет его видно, нет? Вот он плавает. Вот он, деветка, вот смотрите. Видеть? Блин, наверное, на эту камеру нифига. Сейчас пойду фотоаппарат возьму. Вот он, услышал про ленка. Схватил, ну-ка фотоаппарат на базу. Да я хоть поснимаю его, сейчас выловишь сразу сходу. Вот видишь как, один за фотоаппаратом пошел по красоту посмотреть, а второй удочку сразу схватил. Красоту посмотреть? Ага. Блин, а я не могу больше приблизить. Ну его видно как бы, вот он. Что-то схватил какой-то, это, ерунду какую-то. Это он на листик сейчас кинулся. Блин, а я его потерял сейчас. А что-то я его не вижу, куда-то он стартанул. Вот он. Поплывок у тебя, капец. А, вижу, все, увидел. Увидел ленка? Да, вот он. Вот надо, чтобы он сейчас тебя не увидел, а приманку увидел. О, поймал. Да ладно. Тише, не тяни. Удочку в бок, не надо прямо удочку в бок. Вот, чтобы играл. Аккуратно, не торопись. Вот, да, вот так удочка должна играть. Не выпрямляй удочку и леску в бок. Да, Юля, боюсь. Вот, пусть он немножко устанет. Не тяни. Да, ну... Не тяни. Пусть на удочке играет. Все, не торопись. Потихонечку выводи. Не пусть отдохнет, за леску возьмешь, это натянешь, оторвется. Сейчас он с последних сил уже устанет и все, он уже устал. Сука, не умею. Все. Я даже на килограмм поболее даже. Это поболее, чем я тогда, ну конечно. Это вообще мой трофей, на удочку. Красава. Тимка тут полный тоже. Тише. Не заглотил он за жабры там? Не, вот он. Крючок. Ага. Хороший линяра, да? Я его жалко мне его отпускать. Ну надо отпустить, что, зачем он нам? Не ломай ему только ничего. Да, туда, наверное. А? Килограмм будет, да? Будет килограмм. Я еще костер разведу. Я тебя разведу. Пожарю на жарне. Так, ну все, давай, снимай это. Положи его и аккуратно вытащи этот крючок. Такой задроченный поплывком. Че ты говоришь? Маленький слишком. Ага. Давай, расти. Он вообще ноты попутал. Вы что, офигели, развернулся такой? Меня бы никто тут не отпустил. Сейчас он одыбается. А он не один тут. Тут это что, икрометная же, наверное. И вот смотри, да, фигня какая. А вот на дичуне не брали они. А тут вот она, сразу первая проводка. Покажи поплывок свой. Его нет, он отвалился. А, он отвалился? У него поплывок сплющенный. Смотри, стоит, не уходит. Давай иди отсюда, сейчас через сколько, через недели полторы видео выйдет. Здесь все будет перегорожено в этих удочках.
Всё, Дырсу, молодец. Блин, а фото-то забыли сделать. Ну-ка, разматывай, давай еще раз. Я только видео снимал. Так, друзья, все, мы добрались. 4,5 часа обратная дорога заняла. Ну, с остановками. Ну, сухая дорога. И после дождей, конечно, огромная разница. Качаем колесо, что-то подспустило. Вот. У Ивана все нормально. Скоро опять поедем. Сейчас я Дырсу до дома довезу, до Андрюхи. Ну все, берегите себя, близких. Скоро опять в лес. Дырсу, все, всем привет. Всем привет. Всем пока. Всем пока. Скоро увидимся. Это да.